Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами снова интернет-магазин antlife.com.ua. И сегодня мы посмотрим на одну из лучших копий на Samsung Galaxy S4. Как только самсунговский телефон вышел, следом за ним последовало очень много копий. На данный момент я считаю эту модель одну из лучших. Называется данная модель H95-00S4. У нас на сайте antlife.com.ua представлена данная модель под названием Fating H95-00. Давайте посмотрим, в какой комплектации поставляется данная модель. Идет она вот в такой вот коробке. Вот такие вот надписи есть. Комплект довольно-таки хороший. Есть оригинальный чехол-книжка. Есть зарядка. Наушники. Наушники у нас обычные, не вакуумные. USB кабель для подключения к компьютеру, два аккумулятора у нас в комплекте, 2600 написано на аккумуляторе, я думаю, что реальных около 2100, как и указано у нас на сайте. А также идет оригинальная пленка в комплекте. Давайте посмотрим непосредственно на наш смартфон. Поставляются они к нам в белом цвете. Смартфон очень внешне похож на оригинальный Samsung Galaxy S4. По техническим характеристикам он также не сильно проигрывает. То есть для всех современных задач он со всеми ними справляется. Современные игры, современные фильмы, Full HD, съемка камеры отличная. Так, что мы видим? Мы видим довольно-таки тонкий корпус, качелька громкости. Тут идет у нас разъем под наушники. Сзади логотип Android, камера, вспышка, динамик, кнопка включения и снизу стандартный микрофон и вход USB. Экран у нас покрыт закаленным стеклом, оно не царапается. Сейчас у меня на экране есть пленка. Можно, в принципе, и без нее. Смартфон у нас работает на операционной системе Android 4.2. Следовательно, есть менюшка быстрого запуска, вот такая вот. Интерфейс у нас максимально русскоязычен. Нигде нету китайского софта. Все максимально придатно для работы. Внешне экран мне лично очень нравится, очень яркий. Цвета все передаются очень сочные такие. Работает быстро, не тупит, не глючит, не зависает. Давайте посмотрим на его технические характеристики через программку Antutu. Набирает данная модель около 13000 баллов, 13492, вот вы видите. Стандартный показатель, ничего особого в этом нету. Но это в очередной раз только подтверждает то, что модель готова работать с любыми современными играми, с любым современным софтом. Видим, что у нас довольно-таки классный экран, 1280 на 720, вот наша модель. Доступен нам 1 гигабайт оперативной памяти, 4 гигабайта на борту встроенных, версия Android 4.2.1. Основная камера 12,6 мегапикселей, это интерполяция, реальная оптика от 8 мегапикселей и фронтальная, передняя 5 мегапикселей. Скорее всего, тоже интерполяция, потому что на те реальные 5 мегапикселей камера не работает. Идем дальше. Сколько у нас экран поддерживает точек прикосновения? 5. Шестая не нажимается. Давайте посмотрим, как наш смартфон отображает цвета. Насколько экран у него преломляется, либо не преломляется. Зайдем в галерею, посмотрим хорошие, яркие, качественные картинки. Углы обзора отличные. Так, посмотрим, как наш смартфон воспроизводит Full HD формат видео
который я закинул на карточку памяти без конвертировки, без каких-либо, просто закинул, и без конвертировки он запускается и работает. Смартфон отлично работает с современными браузерами в интернете. То есть пользователь сейчас может с телефона делать все, что угодно, то же самое, что делать можно с компьютера. Странички прогружаются быстро. Все работает, мультитач. Давайте посмотрим, как у нас работает камера. Как я уже говорил ранее, у нас 12-мегапиксельная камера. Это интерполяция, но снимки у нас получаются великолепные. Давайте посмотрим пример фото. Мелкие детали, все раздвигается, все видно. Тоже я фотографировал этой камерой. В целом модель очень интересна. Интересна своим дизайном, тем, что она является копией Samsung Galaxy S4. Но это не просто копия, ну, в полном смысле этого слова. Это копия с хорошим экраном, это копия с хорошей камерой, это копия с отличным 4-ядерным процессором MTK6589, с отличными углами обзора. Я считаю, что для любителей Samsung Galaxy 4, тем, кому нравится дизайн, тем, кому нравится сам телефон, но у кого не хватает немножко денег, можно смело заменить, можно смело купить эту модель. Вы останетесь довольны. Спасибо за внимание.